связи Ямка Баски. Сегодня мы продолжаем проходить игру Були. Это 56-я часть. И сегодня с вами мы пройдем приятный бонус. Оказывается, есть еще у нас одна миссия с вами после прохождения игры. Она появляется почтовый армагеддон. Я ее так припоминаю смутно, но не суть. Такой маленький приятный бонус, как сюжет Лиги завершена, но вот тебе еще одна миссия. Пройди ее и поностальгируй. Так что для 100% прохождения игры она, понятное дело, обязательная, поэтому мы ее пройдем. Может быть, кстати, я пропустил, она доступна была до окончания сюжетной линии. Но мне что-то не подсказ, скорее всего, наоборот. Ну ладно, давайте разберемся. Почтовый Армагеддон. What are you doing, school kid? Why do you care? Because you don't belong around here. Says who? Me! You? You think you're funny, huh? You're a loser, man. Damn straight. You're awesome. Do that again. I'm crazy, rich boy, crazy. And you are starting to annoy me. I'm not rich. I hate the rich kids. Not as much as I do. I really hate them. Man, you've got issues. You saying I'm crazy? No, man. Because I am. Okay, fine. You're crazy. And someone's gonna get hurt. I don't doubt it. Those rich scum. Go smash up their mailboxes. Take my bat. Может, слушайте, морду проломить. Beat any rich scum you come across. Why? Because it's them or you. Well, I know one thing. It's not gonna be me. Я вот точно не помню, но, по-моему, я эту миссию раньше, в своих предыдущих прохождениях, тоже проходил после прохождения сюжетной линии. Может быть, просто так получалось, что там было требование время, а уже доступна та миссия, поэтому я ее... Ну как, пропускал, в смысле, та миссия была доступна, потому что это единственная была доступна, как в этом прохождении. А потом появлялась эта, и я думаю, что она доступна после прохождения игры. Вот я точно не знаю. Я потом могу навести справки. Какие его потом? Кстати, вот говоря, мне интересно, мы возьмем еще гусь и почтальон, ящик если не спавнится. Ты нас лишат, если еще пиздарок-то. Сам себя лишаешь, да? Типа того. Ну тут только 24, так что один тут мы можем заигнорить, я думаю. Какие-то последствия. Вот что-то я не понял. Давайте пока будем считать, что это миссия пост прохождения игры. То есть это только после прохождения игры. Я просто не помню, реально. А что, врезаться тут можно, да? Ей, провалил. На кладбище, кстати, ломать нельзя. Почему-то. А туда почту доставить можно. Все, моя такая миссия. В смысле, неудобно. Вроде делаешь все правильно, почему-то она срабатывает неправильно. Кстати говоря, потому что просто счастье мы узнали, что так вот можно ездить бит и ей махать. Ну ладно. Не суть важно. Вспомни скорее, я думаю, что я это знал. Ну, поэтому я тоже часов знаю. Это важно. Блин, богатый чувак в серьезном костюме помогает какому-то нищеброду анархисту. Против богатых. Пять ящиков. Да ладно, их все надо было ломать? Вы шутите сейчас, да? Я ж... Это нечестно. Если я не успею его сломать... Окей, не страшно. Мы реально не успеем сломать сейчас. Тут все эти придурки за нами гоняются. Скорее всего, у него... Тут можно срезать. Да, что нет. Да не, не успеем. Но это тупо. Успели? Фух.
повезло. Glad you think so. Упомянул за успешное задание. Награда $20. Ну, для нас копейки сейчас. Jimmy comes through again. Ну все, миссии теперь тут нет. Игра пройдена 96-70%. Ну давайте, раз такая тема, отправимся сейчас в Абери. Он, наверное, закрыт по ночам. Ну да. Ну, поближе подъедем. Сегодня давайте доступим всю одежду в Аквабери. И у нас будет выполнено задание скупить всю одежду в городе. Вот как так. Деньги должны хватить. А если их будет хватать, как раз осмотрим. Угу. Нам останутся, если я нигде не накосячу со своими расчетами, я могу их потом перерасчитать заново. Нам останется только победить во всех игровых автоматах. А их осталось 3 всего. То есть это не сложно будет. Нет, даже не 3, по-моему, даже 2 автомата. Да, 2 автомата. 2 автомата нам останется. Ну да. Потому что, да-да-да, там 2 необязательных. И всего 5. 2 необязательных, один консуму мы уже сумасшедшие где-то поставили, мировой рекорд. Может, я тут уже если смотрели. И... там останется 2 автомата. 6, 3, 2. Кстати, сейчас для них пошло в ящики. Восстановились или нет? Я их тут не вижу. А, остановил. Ура, мы урубаемся. Да, дайте место, где можно поспать. Чтоб нас не обокрали, да? Ага. Здесь, допустим. Чуть-чуть не рассчитал, ну ладно. Нет, не ограбили. Ну, отлично. Считали, недоступен. Нет, пока что. Ладно, Аквабери. Так. Пол в стиле casual голубое, свитер на молнии малиновый, свитер на молнии серый, свитер на молнии зеленый, свитер на молнии черный, городской нарядный свитер, шерстяной свитер с своеобразным вырезом, спортивная куртка, куртка в стиле casual, ну и все, купили, отлично. Часы Аквабери сталь, часы Аквабери серебро, часы Аквабери белое золото, ну оставим золото просто, золотой браслет. Серебряный браслет, стальной браслет, ониксовый браслет, ну пусть будет золотой. Ноги, обычные серые штаны, обычные черные штаны, слакс Аквабери серые, слакс Аквабери кремовые, шорты черные, прикольно, шорты бордовые, шорты зеленые, шорты песочные, шорты синие, оставим свои, и обувь. Мокасины в стиле casual, кроссовки в стиле casual, замшевые кроссовки, туфли Аквабери, ботинки Аквабери, туристические ботинки. Доступен секрет, доступен золотой костюм. Ну, не золотой, имеется в виду костюм Пресли. С Пресли. 97-47. Неужели это игры столько дадут процентов? Я просто боюсь, как бы я что-то не пропустил. По идее, не должен, но... кто знает. Так, ну, сохранимся мы с вами, пожалуй, здесь, поближе к автоматам, потому что там останутся автоматы. А это значит, что следующие две части будут посвящены мировым рекордам. В двух разных играх, соответственно. Угу. Так что... сюда. Где сохранка? И сюда.
Последний будет трудный самый. Ну все, сегодняшние итоги. Мы с вами прошли последнюю миссию. Миссии больше не осталось. Это хорошо. И второе, мы с вами скупили всю одежду, получили золотой костюм. Ну, я его вам покажу, может быть, счастье, может и нет. Ну, ничего там особого такого примечательного нет. Ну, не суть важно. Осталось совсем немного, до 100%. Долгожданно. На связи был МК Баски, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, с вами в следующих видео, с вами в старом добром, по всем каналу. Всем пока.